Армянский активист Ишхан Вердян обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. В своем обращении, опубликованном на странице Facebook, Вердян отмечает, что двое подданных Азербайджанской республики, экс-президента Армении Роберт Кочерян и Серж Саркисян, находящиеся на территории Армении, своей подрывной деятельностью продолжают наносить непоправимый вред Азербайджану и Армении, действуя привычным для них методом бандитизма и терроризма. Прошу вас принять все необходимые меры для экстрадиции вышеуказанных граждан в Азербайджан, написал Вердян.